Приветствуем вас на торжественном открытии Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», созданного в рамках национального проекта образования. Этот момент волнителен как для учителей, так и учеников Анцирской школы. Такого оборудования в их образовательном учреждении никогда не было. Поэтому после небольшой торжественной части все сразу же с большим интересом отправились изучать новый класс. Получается, еще не сделано. Чтобы обучать работе со всем этим оборудованием, преподаватели и сами проходили курсы повышения квалификации. Теперь их ученики ждут не дождутся, когда смогут также приступить к освоению всего этого. Ну да, появилось желание вот биологией заняться больше, потому что, вот, например, новые микроскопы электрические мне нравятся. Ну, буду изучать. Кроме того, оснащение школы новым оборудованием позволит в ней организовать кружки, в которых ребята смогут более углубленно изучать такие предметы, как биология, физика, химия. Мне очень понравились микроскопы, но больше всего мне запомнились, наверное, роботы, потому что, ну, у меня как-то больше лежит к ним интерес. До этого я занимался только спортом, но когда в нашей школе появились такие кружки, у меня появился интерес именно к ним. У нас будет открыто дополнительное занятие по физике, называется «Физика вокруг нас», где как теоретические, так и практические работы будут проходить, и ребята записываются уже на данный кружок. По биологии и по химии также дополнительная программа у нас есть, куда будут ребята, я надеюсь, тоже с удовольствием ходить, потому что есть увлеченные, сдают не только ЕГЭ и ОГЭ по данным предметам, но и, соответственно, будут готовиться с помощью данного цифрового оборудования. Отметим, центры «Точка роста» открываются в селах и малых городах по всей России. Они позволяют ученикам даже из самых дальних уголков страны осваивать современное оборудование, а преподавателям проводить лабораторные работы по всем нынешним стандартам образования. При открытии естественно-научного центра «Точка роста» к нам пришло такое оборудование, именно цифровое оборудование. И я думаю, что оно поможет нашим детям проявить себя в новых направлениях. Открытие таких центров предусмотрено федеральным проектом «Современная школа», входящим в национальный проект образования. Главная цель – охватить 100% обучающихся для использования ими обновленного оборудования с применением новых методик обучения и воспитания. Денис Шабуров, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5-й канал.